Всем здравствуйте! 14 мая 2022 года оборвалась жизнь известного певца Рената Ибрагимова. Знаменитости было всего 74 года. Не успели еще близкие артиста отойти от свалившегося на них горя, как в публичном пространстве начались бурные обсуждения о богатой личной жизни звездного певца. Очень многих удивил тот факт, что у Рената Ибрагимова осталась такая молоденькая супруга. Певец был женат трижды, и его последней жене Светлане всего 34 года. Многие поклонники Рената Исламовича начали высказывать свои недоумения относительно его личной жизни. Да, на момент знакомства будущих супругов Светлане было всего 18 лет, а ее избраннику уже 58. Глядя на снимки молодой возлюбленной Ибрагимова, пользователи были просто изумлены тому, как быстро молодая красивая девушка перевоплотилась в старую тетку с трудной судьбой. Однозначно годы совместного проживания с дедушкой изменили Светлану до неузнаваемости. Также пользователей сети возмутила и предыдущая жена ушедшего певца Альбина. Она так долго плакала на показ, после того, как муж ушел к молодой и выбросил ее, как она говорила, на помойку жизни. Конечно, обе женщины могли бы прожить совсем другую жизнь и стать чем-то большим, чем просто бывшая жена и вдова всеми забытого Ибрагимова. Но, видимо, им нужно было пройти именно этот путь в жизни. Отметим, что все-таки наибольшее непонимание людей вызвала молодая вдова певца Светлана. Вот как можно было в 18 лет связаться с 60-летним дедулей. Негодуют подписчики в комментариях. Напомним, что причиной ухода Рената Ибрагимова стал оторвавшийся тромб, который привел к мгновенному уходу из жизни знаменитости. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!